Здравствуйте, друзья! Те из вас, кто помнит, как мы с деревьев соседских в прошлом году обдирали яблоки и хурму, те придут в ужас от того, что произошло с ветками, которые так замечательно свисали на нашу территорию. Они их обрезали, как могли. Но в этом году яблок намного больше. Яблоки очень хорошие, я могу вам засвидетельствовать, с прошлого года яблоки совершенно замечательные. Нет, сначала надо попробовать, а подожди, потом... Подожди, вот хурма, Гарик. Ну давай попробуй хурму. Так хочу хурму пробовать. Во-первых, лестницу давай. Ну, лестницу мы сейчас найдем. Но я... Давай подержу камеру. Я... Тут надо 1,80 м. Нет, чтобы забор не... Ну, давай, давай. Я сейчас подпрыгну. О, слушай, ее птичка клюнула. Ну, наш надо отрезать. Ну, отрежем. Хорошо, вот. У тебя лестница где стоит? У нас есть, у нас есть. Друзья, вот, а тут тоже какая-то птичка. Смотри, это как, специально смотри, как, наверное. А, это оставили, да. Ладно. А в общем... Вот, подожди, а вот у них оливки растут, смотри. Где оливки? Вот, оливки. Не, ну до оливков мы не достанем. Друзья, там оливки, а здесь вот, ты видишь, как они гнусно. Я хочу, чтобы зрители видели нашу территорию. И забор. Вот то, что с этой стороны забора, то наше. Чтоб никто не сомневался, мы совершенно законно... Наверное, тебя подловили, когда ты рвал-то. Почему? А что мне? Я свое беру, не чужое. Так, Гарик будет сейчас пробовать хурму. Знаешь, это знак рыбы. Знак рыбы. А, кстати, а вот хурма нарисована, смотри. Послушай, да, это мы сами ее разрисовали в Мексике. Да ладно? Конечно, давай. Ну давай я порежу, раз так и выйдет. Давай. Нет, ты ж попробуй, резать-то каждый может. Косточек нету даже. Резать может каждый. Тут есть сорт, если они совсем зрелые, они, значит, будут с косточками. А кто это пищит? Это что, соседи, наверное, пришли? Это какой-нибудь таймер. Так. Свет. Значит, ты пойми, происходит дегустация соседской хурмы. Мы сейчас должны определить, идем ли мы рвать дальше. Да, вот смотри, как я красиво давай. Сделал. Постой, значит, давайте будем пробовать. А? Тестовая форма. У соседа растет на нашу территорию, смешивается. Мы должны понять. Чего? Вяжет? Так, тебе нужно вяжет? Да вы что? Да, друзья, нет, для вас, для вас блогер, рискуя собственным здоровьем. О. Видишь, чуть-чуть вяжет. Грех жаловаться. Послушай. Конечно, чужая, грех жаловаться. Мы же не в Швейцарии выросли. Да. Нет, форма замечательная. Хороша. Она короче, сладкая. Надо берем лестницу. Задач, как у нас, нет? У нас. Видите, друзья, секатор. А. Это продукция советских танковых заводов. Они делали для населения тоже немножко. Вообще они, по-моему, по металлу. Это одно и то же. Это секатор. На самом деле ножницы по металлу и секатор это одно и то же. А нам говорят, правда? Что чего купили, не то купили. Ну, одно дело веточку деревянную. Пересечь, а другое дело проволоку толстую. Ну, там. Они, видишь, как... выглядят они абсолютно одинаково. Вот эта пружина у них больше... У них... Выглядит одинаково, да, я согласен. Да, да. Идея общая, похожа. Стопор есть. Пошли за лестницей. Вот, друзья, лестница есть. На этой лестнице есть специалист. У нас еще... Оп, осторожно. У нас еще есть пакетик, давай, который... Пакетик. А, пакетик у меня в кармане, сейчас я его... Ну, вставай. Так, вот. Вот у нас есть пакетик. А тут яблочко упало. Ты ой. Знаешь сказку про яблоню? О, друзья, я хочу просто, чтобы вы посмотрели, какое яблочко упало. Вот прямо только помыть и искушать. Мы сейчас компот сварим. Помыть и искушать. Компот будем варить? Не, ну что мы, компот, это ж надо сахар класть, что ли. С ее полки было. Да, да, да. Падают яблоки. Еще не выпили, а уже, понимаете... координация движений. Слушай, а вот хурмушечка торчит. Мы как бы совершенно... Так, у тебя же секатор есть. Секатор. Давай, держи, сейчас буду секать. Давай. Секать. Секаем. Так. Вот тут еще есть хурмушечка. Не, ну давай так, мы закончили с яблочком или что? В том месте, где ты стоишь, я яблок больше не вижу. Я вижу, надо доклонить. А. Вот это правда. Это надо сказать, что яблоки выкидывай. Да. Так, не надо было на нашу территорию. Так. Да, ну хорошо. Так. Ну, мне кажется, что мы с яблоками. А вот оно спряталось, посмотри. Хотя это кажется с другой стороны забора, но на нас смотрело. Подожди, тут я сейчас. Так. Не, ну нормально, Гарик.
Нормально. Так, чтобы, знаешь, не залезать на чужую территорию, я думаю, мы нормально. Пойдем на хурму. Вот уже идет хурма, пошла в дело. Так. Вот она тут нам поступает в наш пакетик. Да. Нет, ты знаешь что? Вот прямо смотри, вот. Ты видишь? Вот. Да, друзья. Да. Вот это гуру. Да. Так, давай. Ты не кричи особо, а то там люди могут заинтересоваться. Так. Ну да, друзья. Красиво вот так. Красиво. С веточкой. Ну. Так, знаешь что? Давай. Держи вот сюда в пакетик. В пакетик бросай. Может быть, эту веточку тоже так немножко. Подстричь? Ну да. Так, оп. Так, оп, упала. Ничего, сейчас вот так. Раз. И вот там у нас упала одна. Мы ее подберем. Так, подберем, веточку обдерем. Знаешь что, ты сильно-то на их территорию. А, это яблочко неожиданно. Так, на их территорию не надо нарушать, мы по правилам. Ну все. Да, все, культурно. Ну, так. Нам как раз на этот, на как ты. Значит, смотрим вот что. Давай мы это яблоко, которое тут было, давай мы положим его для птичек. Давай, вот, для птичек. На забор. Вот тут много солнца. Да. Вот еще тут осталось. Ну, это и она, понимаешь, так гнусно прячется в листьях. А просто листья близких по цвету. Пожелтели? Да. Такого же цвета, как хурма. Да. Так. Ну, тут на самом деле вот еще над головой. Красава. Да. Ой, листики на голову сыплются. Листики сейчас чай заварим, все пойдет в хозяйстве. Все пригодится. Дядя Федор. Ну что, друзья, вот время как бы собирать камни и время разбрасывать. Мы под разброс камней сейчас лимончик я принесу. Да, берем тот же самый танковый секатор и движемся к нашему лимончику. Ну, что-то тут многовато, да. Ну, уж не знаешь даже, что выбрать. Давайте вот прямо тут что-нибудь такое, вот прямо тут, раз. Ай-яй-яй. Трудно так в одной руке-то и то, и другое держать. Ох! Все. Нет? Мне казалось, я отсек. А я не отсек. Еще раз. Нет? О! Отлично. Наконец-то я отсек. Ох, как пахнет, зараза. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, к лимой, к коньячку. Мне-то, знаете, некоторые говорят, что это плебей коньячок, значит, с лимончиком. А интеллигентные люди, они просто так пьют без ничего. Ну, значит, пусть тогда, не знаю, другой какой-нибудь канал смотрят, где им ближе. А вот мы так, по-простому. Гарик, что с лимончиком мы сделаем? Ой, кипяточком обдать, чтобы запах сделать. Так, ну кипяточком прямо... Горячая вода годится или прям кипяточек? Лучше кипяточек. Света, есть кипяточек? Друзья, вот мы так возьмем тарелочку. Тарелочку. И вот прямо кипяточком. Обдаем кипяточком. Вот так обдаем. Обдаем кипяточком. Так, Гарик, кипяточком обдали. Дальше-то что? Гарик, уже обдали. Ошпарили. Ошпарили? Да. И все, после этого можно парить. Он дает больше. Держи. Запаха. Пахнет не то слово. Я знаю, друзья, что многие наши зрители в это время мысленно с нами. Ты им сказал, что мысленно. У нас этот коньяк для мафиози. А почему? Во всех русских сериалах так.
мафиозные структуры так. Пьют хороший коньяк, так. Именно вот похож вот на это. Я думаю, Гарик, если нас смотрят какие-нибудь мафиози, они подумают, что мы их не уважаем. Почему? Но и что они такую дрянь не пьют. Почему дрянь? Это XO, Extra All, Hennessy. Это не мафиози квалити. А это как бы китайский, что ли? Это не мафиози квалити, мне кажется. Это пьют простые труженики. Российской экономики. Нет, я не согласен. Российской экономики всякие полицейские пьют VSOP. Вообще они пьют водку. Вот. Это правда. Вот я за тех, кто водку пьет, чтобы без извращений. Ну давай так, мы допьем коньяк, а потом я вижу у тебя водку. Игорек, у нас есть лимончик. Все, дорогой. Так, давайте мы. Так, Светлана, присоединяйтесь. Вот. Барон, присоединяйтесь, барон. Да, вот у нас, так сказать, наконец-то разрешены московско-питерские противоречия. Пока. По ребрикам и что там еще? Булочным и парадным. Булочная, парадная. А чем парадная плохо? Подъезд. У вас подъезд. А правда, а я и в Москве парадная могу сказать. Ты можешь сказать, но тебя не поверят. Подъезд, конечно. Но. А еще у них есть слово, они еще говорят слово «кура». Да. А мы говорим курица. Кура? Да. Кура. У меня был случай, друзья, вот под тост я вам рассказываю. Значит, папа диктует маме письмо. А у него рука была повреждена, поэтому мама писала. И он ей диктует письмо и говорит, значит, начальнику ЖЭКа номер 3, товарищу Куричкину, там, ББ. Мама пишет. Он ей говорит, что ты пишешь? Она говорит, ну то, что ты сказал, пишу товарищу Куричкину. Он говорит, ты посмотри, что ты написал это. Ну и, короче, этот разговор продолжается, пока не выясняется, что он-то хотел, чтобы она написала Курочкину. Но произносил он... Он сказал, как же это слово «курочка»? А, да, слово «курочка», говорит. Ну что ты пишешь? Это же, говорит, слово «курочка». Вот, это проверочное слово. Он явно одессит был, наверное. Нет, он из-под Житомира. Но просто... Да, но просто и русский язык не был так совсем уже родным, поэтому так получилось. Но я к чему говорю? Что вот за куру... Ой... Так это же у нас кура. Не надо таких подробностей. Да. Ну, за кур, куричек и... Курочек. Да. Все, ура. Ура, друзья. Ура. Вы с нами, мы с вами. На грудь принято. И все мы вместе. Хорошо. Не хочется даже заедать лимоном. Не надо заедать лимоном. После первого не заедаем. Очень вкусный. Очень вкусный. Я же говорю, мафиози. Это что-то надо поставить. Поставь стакан, иди нарезай ветчину. У тебя очень хорошо получается нарезать. Ладно, давайте я лимончиком уже на послевкусии лимончиком. Можно. Он шикарно все нарезает. Игорь, все. Тоненько, красиво. Это вы с собой забираете? Да. Хорошо. Берем, если дадите. Заметьте. Это Света спросила про ту хурму, что мы нарезали. Нарвались с яблоками. Вообще. Наши все белки съели. Хорошо. Я делаю.